Ну а сейчас у нас еще один телохранитель Китана, это Корсар. Да боже, дай мне кинуть котлетку! Посмотри, ну я же кинул! Господи, ну что она не долетает, моя котлета? Только пожарил ее, свежая, хорошая котлета. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем играть с вами в Shadow Fight. И это проект Путь Мэй. Фантом чуть меня не уничтожил. И первым делом, ребят, хочу вам сказать, как вы знаете, уже YouTube, Google отключил на территории России монетизацию. Это означает, что мы не сможем получать роялти с видео, ну то есть блогеры, я имею в виду. Если говорить простым языком, то мы не сможем зарабатывать с этих роликов деньги. Не сможем зарабатывать. Вот, и если вы хотите поддержать мой канал, вы можете оформить спонсорку. 50 рублей, это по-моему 49 рублей стоит всего лишь в месяц. Тем самым вы поддержите мой канал материально. Прости, бро, что отвлекаю тебя от просмотра видео, но у меня есть замечательная новость. На моем канале стала доступна функция спонсорства. И теперь ты по желанию можешь поддержать мой канал, оформив одну из подписок. За это ты получишь множество привилегий и бонусов. Нажимай на кнопку «Спонсировать» и выбери свой уровень. Ссылочки есть в описании под этим роликом. Есть кнопочка «Спонсировать», можете нажать и оформить спонсорку. Ну а мы продолжаем с вами Путь Мэй, это Shadow Fight 2, меня зовут Максим, и погнали, давайте уничтожим, наверное, сначала пройдем этот, вернее, турнир, ну и уничтожим этот турнир в Каменном лесу. Давно я не играл в Shadow Fight 2, и сейчас, наверное, буду немножко нубить, хотя вроде бы справился с этим фантомом на изи. Взял пластинчатый меч, надеюсь, мечом буду нормально разносить, и да, первый перфект, отлично, считайте, сколько будет перфектов за это видео, да что такое, язык заплетается, не понимаю, что происходит вообще в этом мире, ребят. Кстати, если YouTube заблокируется, вы можете, ребят, если у вас iPhone там или Android, зайти в свой магазин, где вы скачиваете игры, и написать там в поиске VPN. Скачайте себе VPN, пока его не активируете, но в случае, если YouTube заблокируется, то нужно будет активировать VPN, и тогда вы сможете продолжать смотреть. Как это сделать, можете либо погуглить, либо на YouTube посмотреть ролики. Там ничего сложного, можно разобраться просто в два клика. Я себе тоже уже скачал, установил. Вау, смотри, мы прям одинаковые, ничего себе, хлысь. Видео. Прям, смотри, у него костюмчик даже такой же. Все, шапка. Шапка-невидимка. Хватит мне хлыстать, хлыст. Сейчас я тебя своими обибасами просто по голове. Ну что, нет, он меня выносит. Да что это такое? А ну-ка. Ну-ка, иди сюда. На, свертушки. На, прыжке. И на, свертушки. Пощечина тебе. Ой, как. Блин, прям по макушке. Прям ему по челке я. Этим пяточкой задел, все отлично, смотри, здравствуйте, а у меня название какое-то дурацкое, ну потому что это мой не основной аккаунт, основной аккаунт у меня Путь Бомжа, но мы этот проект уже с вами завершили. Многие переживают, что будет ли Shadow Fight или не будет, нет, ребят, будет, все нормально, проект Путь Мэй дойдет до конца, то есть я его завершу по-любому, ну а дальше будем смотреть, что будет, если вообще что-то будет, может и Ютуба не будет, и нас не будет, и меня не будет. И вас не будет. Но, надеюсь, до такого мы не доживем. Не хотелось бы, конечно, это увидеть. Ой, ладно, идем дальше. Никакого настроения особо нету записывать ролики. Потому что в мире нынче неспокойно. Неспокойно, ребят. Берегите поэтому себя. Любите своих родных и близких. Не ругайтесь. Потому что в любой момент может произойти все, что угодно в этом мире. Так, пандемия. Блин, ну тебя, мы пандемию, про пандемию практически забыли. Ой, жесть, что за бред вообще, что за бред, ребят. Так, ой, зря, блин, нечаянно нажал на магию. Зря потратил ее, ну ладно, ладно. Так, короче, мы сейчас пройдем с вами турнир, потом мы пойдем, наверное, драться с телохранителями.
телохранителями Титана. Нам остается совсем немножко. Фу, навоняло. Господи, зачем ты воздух испортила? Мне отлично, смотри, восстанавливается ХПшка. И сейчас мы будем добивать ее, наверное. Пандемия, ты достала уже. Уже 2 года ты нас преследуешь. Ты можешь успокоиться уже и идти обратно, откуда ты пришла. На. Да господи. Господи, не могу убить ее, а. Что происходит? Что происходит? Какая-то вонючая пандемия. Все, до свидос. Я твой этот, как его, ингибитор хотел сказать. Нет, противовирус, короче, я твой. Все, ты понял, вакцина я твоя. Так, у нас две стадии, смотри. 23-я, 24-я. Но мы можем уже, в принципе, с телохранителем Титана сражаться. У меня 52-й левел, очуметь, максимальный. Давайте попробуем. Гуру, не боишься? Странно. Будь ты посмелее, Мэй, ты стал бы мной. Разве ты не замечал, что люди преклоняются перед тобой? Это же очевидно. Дети мясника увидели во мне мессию, того, кто покажет им жизнь без осуждения и морали. И там, где ступит моя паства, прольется кровь. Много ты болтаешь, чувак? Много болтаешь. Ладно, сейчас посмотрим, насколько ты хорош в бою. Так же ты хорошо дерешься, как болтаешь. Гуру какой-то, не знаю, чего он гуру, кого он гуру. Сейчас посмотрим. Итак, поехали, крутимся. Давай, тимимся, бро, тимимся. Нет, не хочешь? О, не хочет, ну хорошо. Когда ты будешь покорю я тебя, не знаю, как сказать. Покараю, во, покараю я тебя, точно. Так, ладно, уничтожаем, короче, гуру этого шмуру. Иди сюда, блин. Да господи, он кидается еще. Ничего себе, 3 тыки. Ну ты хочешь покидаться? Хорошо, сейчас я тебе котлету свою кину. Да боже, дай мне кинуть котлетку. Посмотри, ну я же кинул. Господи, ну что она не долетает, моя котлета? Только пожарил ее, свежая, хорошая котлета. Взял бы, съел. Хорошо, на, держи. Да господи. Ты что, офигел? О, боже, как мне долго котлета достается, а? На, держи, наконец-то. На котлету. Хочешь на котлетах подраться? Давай. Не, мне это бесполезно. Моя котлета очень долго жарится. Пока я ее достану, пока пожарю, прожарю, пока фарш перекручу. Лучше я с тебя фарш сделаю, ты достал меня просто. Так, ну что? До свидос, гуру. Ха-ха, кровотечение, чувак, умри. Блин, ну как-то скучно, я его убил. Все из-за этих дурацких котлет, которые очень долго готовятся. Подумай хорошенько, мы с таким потенциалом за тобой пойдут целые народы. Мы можем возгай игром, если я буду ждать. Иди нафиг, пиши письма. Короче, ладно, каменный лес, пошли дальше. У нас 2 турнира, вернее, 2 бойца. Опять фантом, он достал, все никак не хочет уйти с этого турнира. Я бы уже ушел, я тебя столько раз бил, ну сколько можно? Тебе вот не надоело самому фантом, а? Вот скажи честно, тебе не надоело, а? Чувак, ну правда, сколько можно тебя лупить? Я уже тебя бил просто. Сейчас перфект там, смотри, я тебя... Вот смотри, вот сейчас по-любому перфект же будет, нет? Нет? Как ты думаешь, а? Да, я же сказал. Вот видишь, все, я бы уже после первого раунда убежал. Но он все равно продолжает. Ну окей, ладно, как хочешь. Как хочешь, чувак? Хочешь так? О боже, что там кинул мне под ноги, алло? Что за дерьмо ты там кидаешь? Фу, я изляпался в твоем дерьме. О, отлично. Так, ладно. Все, до свидания, моя пила сейчас тебя запилит. Вот так-то, дверь запили. Так, едем дальше. Я забываю убирать мышку с экрана. Ну да ладно. Ладно, так, у нас последний, да? Объединяюсь с командой. Дай, отстань от меня, я сам решу, что мне делать. Я уже взрослый человек. Так, ладно. Душегуб, это последний, ребят. Последний в турнире в каменном лесу. О, я уже думал, игра зависла. Но нет, все отлично, мы продолжаем. Сколько у нас остается, ребят, до того, чтобы победить Титана? Мне кажется, вот совсем немножко, совсем чуть-чуть. Что ты тут душу мою губишь? Душегубище. Улетубище. Так, ладно, раунд 2. Поехали. Уничтожаем.
Бам, бам, бам. Нет, не попал. Три раза промах. Отлично. Отлично, ладно, на, все, пила, до свидания. Перфект, отлично, все. Очень долго я с ними вожусь, может, мертвее мертвого. Что это значит? Что это значит мертвее мертвого? Окей, ладно, какую-то ачивку мне дали. Я так и не понял, ребят, как в новой версии Shadow Fighter теперь выбивать всякие эти, где? Тут же раньше было, я мог выбить там сет монаха, а куда все это делать? Где это теперь все? Где мне это искать? В магазине нифига нету, подключись к каким-то рейдам. Здесь у меня тоже нифига нету, купить ничего не могу. А где сет монаха найти? Странно. Ладно, окей. Что у нас дальше? Какой отшельник? Отстань, отшельник, я тебя уже убил 5 раз. Так, у нас еще один телохранитель Титана, у нас крейсер. Давайте на крейсере. В этом бою сами стены не менее опасны, чем твой соперник, и могут нанести раны. Если противник собьет тебя с ног, то ты проиграешь, серьезно. То есть с одной тыки я умру, с одной тыки, если упаду на спину. Отлично, просто супер. Так, ну окей, падальщик. Давай. Не-не-не, о боже, он меня чуть не сбил. А, ну все, Юлюз. Отлично, Юлюз. Юлюзи. Ладно, хорошо. Раунд второй. Блин. Так. А, что? Просто пнул Алёша. Ну окей, сейчас ты будешь за это. Покорен, покаран. Да боже, что за каркар, не могу это слово назвать. Надоело. Окей, я тебя просто уничтожу, короче. Да, не-не-не, не-не-не, бро. Ладно, я не уничтожу, я пошутил, я просто... Да ё-моё, пластинчатый меч не может быть... А, я сказал уничтожу, я не пошутил. Просто рофлил. Окей, давай еще разочек. Чё такое, бро? Подожди, чё за проблемы? Да боже, он меня взял, сбил с ног. Да что такое? Ты смотри, я с одной тыки ему снес 70% хп. Но он берет и сбивает меня с ног. А если я тебя собью? А если я тебя собью? А? Нет, ты не умрешь, конечно же, чё? Да, у нас же только в мою сторону работают все эти испытания вонючие. Окей, уничтожил. И музыка такая эпичная. Ну, до свидания, музыка, мы идем дальше. Так, у нас еще стадия 20. У нас вообще совсем чуть-чуть остается, ребят. Мне кажется, что следующее видео будет уже последним. Да, у меня все 52 левела, поэтому отстань от меня, Кали. Так, падальщик, еще один. Окей, ну тогда сейчас пойдем телохранителя еще одного уничтожим. Попробуем. Он будет сложным, конечно, но мы должны справиться. Так, тут просто 52 левела все должно быть. Ну это изи, изи, изи. Перфект. Отлично. Просто не будем долго с ними возиться, уничтожаем и идем дальше, короче. И идем дальше. Вау, я уже сзади его ударил, ты видел? Да, боже, тыкаешь меня своей тыкалкой. Сейчас тебя затыкаю своей этой фигней. Как она называется? Пластиной. Пластиной себе уничтожу. Так, отлично, выиграл. И все. Осталось, смотри, 4 стадии на крейсере. И остается у нас еще... Получается, что инкубатор мы прошли, каменный лес мы прошли, мы все прошли, все, да. Следующий видосик будет последний, ребят. Будет последний, получается, битва с Титаном в следующем видео. Ну а сейчас у нас еще один телохранитель Титана, это Корсар. Я ответил на зов океана, и он подарил мне свободу делать то, что захочу. А того, кто встанет на пути, я скормлю морскому дьяволу. Оса была слаба, и ее флот отныне мой. Когда на горизонте мелькают черные паруса, люди знают, что в их город идет смерть в моем обличии. Ну, посмотрим. Да, серьезно. Остается еще один телохранитель и Титан. А, нет, еще Мэй. Еще Мэй, ребят. Вау, хорош, да, у нас еще битва с Мэй будет. Хорошо. Ну что ж, Корсар. Вроде говорят, ты там что-то корабль какой-то у кого-то там взял, ты достал, дай ударить мне хоть раз. Я тут с тобой разговариваю, ты перебиваешь меня постоянно. Ты... Совесть у тебя есть вообще, нет? Совесть, говорю, есть. Отлично, так, магия кровотечения я ему вызвал. На, котлета. Да боже, какая у меня долгая котлета, как же она... Он отражает удары?
Давай, боже, пока достанет котлету. Ха, как он магию... Он промахнулся магией, ты видел это, что это? Как это было? Алло, ты куда своей дубиной меня бьешь, а? Что это такое? Что это за папка, ты тут устроил? На, я ж тебе говорю, убери свою дубину. Детям оружие не игрушка. Детям оружие не игрушка, умри, корса, все. Будешь скормлен. Ты говоришь, вот там у этой взял, да, у осы. Будешь сейчас скормлен акулам. За то, что отжал у нее флот ее. Ух! На! По пяточке и до свидания. Дай пять пятками. Пятками так. Дай пять. Отлично. Уничтожил. Так, ну что? Что, корсар, какой план? Как выигрывать, думаешь, бро, а? Никак, никакого плана. Будешь тыкать меня своей вот этой фигней? Я же тебе уже в прошлый раз говорил. Детям оружие, не игрушка. А, опять кидаешь свое жало, это вонючая. На, держи магию для начала. А теперь пинок. А теперь абибас. Абибаси. На! Нет. А, да боже. Да, абибасом сейчас его добью. Я же бомж абибас свои передал по наследству. На. Раз абибас, два абиба... А, нет, это колено было. Ну ладно, окей. Уничтожил. Уничтожил его на изях просто, ребят. И что ты скажешь? Океан не прощает ошибок, и теперь мне предстоит загладить перед ним свою вину. Кровью невинных. Такой победы ты хотела. Да мне вообще пофигу, что там будешь делать. Это не мое дело вообще. Все, ребят, на этом мы закончим. Следующий видосик, я думаю, будет последним. Проект «Путь Мэй» будет завершен. У нас остается Титан, один телохранитель и Титан. Все. И тут 4 боя. Мы все прошли с вами. Ну, с вами был Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Выполняйте, ребят, все рекомендации, которые я вам сказал. Это VPN. Это, ну, если хотите поддержать материально, потому что сейчас мы будем просто полной жопой.